Комитет Гомель-облимущества 21 января проведет электронные торги. В поселке Сосновый Бор Светлогорского района продается здание милиции. Начальная цена – почти 15,5 тысяч рублей. В Петрикове можно купить гараж. Стартовая стоимость – почти 135 тысяч. В деревне Милоград Речицкого района предлагается здание столовой. Начальная цена – одна базовая величина. На аукционных торгах, которые состоятся 28 января в агрогородке Горочичи Калинковичского района, можно купить комплекс зданий. Стартовая стоимость – около 600 тысяч. В Гомеле на Тельмана 43 продается двухэтажное административное здание. Начальная цена – примерно 155 тысяч. К вопросам участия в торгах можно обращаться по номерам телефонов Комитета Гомель-облимущества 70-38-49 и 70-36-43.